Итак, это, естественно, сборка всей моды 6. Мы с вами продолжаем. Как видите, я тут за кадром немножечко построил, так скажем, небольшие домики для наших пчел, то есть вот такие стеклянные куполы, из которых они не могут выбираться. Сделал я это для того, чтобы они не разлетались, потому что они постоянно куда-то улетали наверх. Там, на самом деле, ничего нету, что бы им могло бы быть полезным. И поэтому они просто летали целый день, ничего не приносили. А вот теперь у них просто нету другого выбора. Им приходится выходить из ульи, ну, то есть, когда они выходят. И единственное, что им остается, это добывать, например, вот этим кварцевым пчелам кварцевые блоки. Соответственно, теперь мы можем спокойно приходить сюда, собирать с них соты. И, естественно, потом из этих сот мы с вами уже можем получать ресурсы. И потом уже из мультиблочной центрифуги мы с вами сможем вот из такого блока, например, получить сразу 18 слитков. То есть, ну, это, конечно, шанс не очень большой, всего 1%, но шанс есть. И это, на самом деле, очень круто. Также есть отличный шанс, например, пчелиный воск получить. А, из биперных медовых блоков. Это еще помимо песчаных, еще из биперных можно. Плюс я хотел бы изумрудные медовые блоки получить, но, видимо, сегодня не получится. К нам пришел странствующий торговец вот с таким мечом. Острота 5, починка, добыча 4, прочность 5, отлов 3. 45 изумрудов. И алмазный меч. Это же на самом деле офигенный меч для начала. Просто шикарнейший. И я, если не ошибаюсь, у меня где-то было 12 изумрудов, потому что я нашел в одном из сундуков 13 изумрудов. Это у нас с вами одна, ну так скажем, не ладно, не одна треть, одна четвертая. Окей, а насколько сложно добыть пластик? Потому что у нас с вами есть слезы Гаста, мы можем сделать ловушки и притащить просто сюда быстренько торговцев, естественно, сделать их лучниками, просто продавать им палочки там или еще что-то такое. Пластик. У нас здесь, естественно, в этой сборке есть индустриальные модификации, то есть, например, Industrial Forgoing, который конкретно как, который, естественно, как старые индустриальные моды работает. И здесь есть производство латекса, то есть установка производства латекса делается довольно-таки просто. Нам понадобится Redstone. Redstone есть. Redstone на самом деле довольно-таки много, он просто не здесь, он вот здесь вот. Нам понадобится сначала, естественно, Fluid Extractor. Да, вот, вот такая штука. Опять же, весовая пластина золотая. Сейчас возьмем с вами золотишко. Золотишко есть, но его осталось совсем чуть-чуть. Так вот, кладем мы с вами рядом с ним, с лицевой стороной, на самом деле. Это не лицевая сторона, а лицевая сторона с другой стороны. Она где-то вот там вот. Так вот, сюда мы с вами кладем бревно, любое бревно. Из-за того, что там сейчас должно быть топливо, он должен потихонечку извлекать... Ага, топлива нету, да? Ладно, давай вот так вот. Пошла энергия. Он должен потихонечку извлекать отсюда жидкости. Но, блин, это медленно. Это очень медленно. Но, естественно, а запись-то я и не включил. Блин, зараза. В общем, я 3 дня торговал с торговцами. Насобирал 46 изумрудов. Сколько там нужно было? Нужно было 45 и алмазный меч. Подожди, если я поломанный поставлю, это подойдет? Нет, это не подходит. Нам нужен хорошего качества. Ладно, мы сейчас можем этот отремонтировать. Подожди, я сейчас вернусь. Да хорошо, что он здесь. Хорошо, что, ну, видимо, чанг выгрузился из памяти. И, в общем, здесь почти ничего не происходило. А нам с вами нужно... А, вот здесь у меня наковальня. Давайте ремонтируем. Все, отлично. И, кстати, у меня дурное знамение, потому что, когда я сюда прилетел... Я вот только что сейчас заметил, что я не включил запись. Когда я прилетел, его атаковал разбойник, налетчик именно. Ну, давай, пожалуйста. Какой у тебя алмазный меч? Ну вот, алмазный меч. Есть, хорошо, отлично. Острота 5, починка, добыча 4, прочность, отлов 3. Что за отлов, я, честно говоря, не знаю, но наплевать, просто наплевать. Плюс у нас с вами один изумрудик последний остается. Нужно дома устраивать себе, естественно, ферму этих самых... Я собрал? Кстати, баннер еще один, прикольно, собрал. Так вот, нужно дома устраивать ферму торговцев, и, естественно, чтобы можно было просто дома торговать и никуда вот так вот не летать по карте, не мучиться. Но благо, что за это время я нашел очень много деревень, могу спать только по ночам. Хорошо, сейчас немножко подождем. У нас же с вами вечер, да? По идее, вечереет. То есть инструмент для отловли мобов требует латекс. То есть здесь уже, видимо, давно наполнилось полное ведро. А нам также нужно сейчас это ведро как раз скрафтить. Давайте сделаем. Я понимаю, что хотел заняться пчелами, но раз пошла такая пьянка, то можно немножечко этим заняться. Мне интересно, можно ли сейчас просто вот отсюда ведром забрать латекс? Да, можно забрать, хорошо. Дальше мне понадобится ведро воды. Забираем с вами ведро воды. Есть. Возвращаемся домой. Сколько же у меня всякого барахла. Естественно, возвращаемся в Industrial и делаем вот такой вот... Могу сделать? А, не хватает тебя. Это крафтим. Нам понадобится еще один блок редстоуна. Нужно сейчас в кармане разобраться, слишком много всякой ерунды. И делаем с вами вот такой производитель латекса. Я надеюсь, что если я его просто поставлю рядом с тем устройством, то в него будет поступать, собственно говоря, латекс. Естественно, то есть мне не придется его как-то трубами перекачивать. Сейчас посмотрим. Потому что это еще бабушка надвое сказала, что такое сработает. Плюс вот здесь вот второй как раз генератор стоит. А нет, это не генератор, это центрифуга.
Это центрифуга. То есть, если я хочу, чтобы латекса здесь пусто, здесь... Но здесь немножко есть, но, как видите, он... Что, закончилось, что ли? Да, древесина закончилась, все закончилось, понятно. Так вот, чтобы он у нас с вами передавал... Налево передача вроде как активна, да? А вот, он толкает латекс налево. Вроде вот сюда. А здесь... Мы с вами вытягиваем с этой стороны. Ты латекс получаешь, нет? Вот, все, пошло. Он передает сюда латекс, да? Да, 126 единиц, то есть... Таким образом, нам самое главное сюда закидывать, естественно, для энергии любые горючие материалы. То есть это может быть на самом деле действительно пока что древесина, потому что древесина у меня дофига. И он будет перекидывать вот в этот как раз устройство потихоньку латекс. Единственное, что здесь нет энергии, но энергию мы с вами подведем, это вообще не проблема. Плюс у меня есть там ячейка на несколько миллионов энергии, то есть не запасено. Самое главное, чтобы он сюда попадал. И теперь, накапливая латекс, эта штанция должна производить маленькие кусочки резины. Естественно, сейчас там мало латекса, то есть нужно будет подождать. Из этих маленьких кусочков можно будет сделать большие, а из больших можно будет сделать пластик. Давайте-ка я с вас всех соберу. Блин, кошмар, у меня опять полные карманы всякого барахла. И это все уходит вот сюда временно. Естественно, нам с вами нужно будет сейчас сделать еще систему хранения, потому что вот то, что сейчас происходит, это безумный бардак, меня уже самого это напрягает. Но просто как-то все подряд не успеваешь, глаза разбегаются, понимаете? Вот именно фишка с то, что здесь все моды, из-за этого разбегаются глаза, ты не знаешь, за что хвататься, потому что все нужное, все хочется прямо сейчас, и нифига не получается это, на самом деле, провернуть. Мне прям безумно хочется пойти протестировать этот мечик, острота, починка, добыча. Кстати, дурное знамение можно снять с себя очень просто, нам просто нужно взять и попить молока. Молоко снимает все такие дебафы, ну или почти все. Давайте просто пьем. Просто пока он у нас с вами есть, нельзя идти, естественно, в город, иначе начнется на него набег, и прямо сейчас я не очень хочу с ним сражаться и тратить на это время. Но я думаю, что нам с вами от этого никакой пользы не будет. Возвращаемся к пчелам. То есть вот так вот я на самом деле на час, наверное, отвлекся на абсолютно другое занятие. Вместо пчел хотел пчелами заниматься, но нифига. Начал заниматься мечом. Но с другой стороны, когда он еще с таким мечом придет? Вот это вопрос. Потому что это большая редкость, мне кажется. Соответственно, теперь, чтобы дальше продвинуться, мне нужна вот такая центрифуга, только мультиблочная. Естественно, ее можно сделать при помощи вот этой книги. То есть это у нас 50 оттенков пчел. Соответственно, мы с вами возвращаемся обратно. Давайте сначала ее скрафтим. Вот она, мультиблочная центрифуга. Чтобы ее скрафтить, нам нужно довольно-таки много пустого пространства. Я начал вот здесь вот расчищать территорию. Поставим ее где-нибудь вот тут. Хорошо. Ага. То есть она прям впритык встает. Рама центрифуги делается вот таким вот образом. Нам понадобится, чтобы ее построить, один контроллер и 35 рам. Это, честно говоря, не весело. А чтобы сделать пульт управления центрифугой, то есть контроллер, нам понадобится обычная центрифуга, мы там заберем, рама, несколько рам, редстоуновый блок. То есть, как видите, здесь в основном понадобится большое количество, очень большое количество редстоуна. То есть, у меня, конечно, его много, но не настолько много, мне кажется. 4 блока железных. Окей, это 3. И еще один. Вот так вот. Чё-то у меня все отвратительно, на самом деле, с свободным местом в кармане, но тут ничего не поделаешь. Выходишь, сразу все забивается битком. Рама центрифуги. А, сразу получается 3 рамы, ты смотри. Это на самом деле немножечко обнадеживает, потому что иначе бы мне не хватило. Теперь мы можем сделать пульт управления. Во, вот таким вот образом, да, через Shift можно, потому что по-другому не получалось. 34, 36. А, то есть, понятно, хорошо, ладно, я все понял. Я все понял, все было правильно сделано, это я лоханулся, потому что мне нужно было... Как так-то? А почему он вот так визуализировался с этой стороны? Ну ладно, таким образом это готово. Нету РФ энергии, сейчас принесем. Жалко, что смотрит в эту сторону. Я думаю, что в любой момент это можно перестроить. Это вообще без проблем. Теперь нужны бутылочки и нужны вот такие вот блоки. Можно сразу вот сюда было второй положить. То есть можно было разделить, и чтобы он сразу... Он до 3 блоков одновременно перерабатывает. Песок 27. Да брось, давай. Чё? И все? Чё за прикол такой? Это прикол совершенно не веселый. Ну-ка, давай сейчас еще сделаем. Чё-то я такого юмора вообще не понял. А почему у нас с вами так получилось, что с одного 27, со второго вообще ничего? Может быть, сейчас получится нормальное количество? Вот. Во! 24 воска, хорошо. А воск мне, в свою очередь, нужен был для того, чтобы сделать пасеку. Но на пасеку нам понадобится вот такое пасечное хранилище. Я так понимаю, что все-таки любые сундуки... 4 блока сот. Делаем с вами воронку. И теперь можно сделать вот такое пасечное хранилище.
Потому что это тоже мультиблочная система, именно в ней, именно в этой мультиблочной системе мы с вами сможем их скрещивать. Соответственно, нам нужно построить вот эту apiary. Это будет структура 7 на 6 на 7. То есть абсолютно все равно, из чего эта структура сделана. Как видите, можно использовать абсолютно любые блоки, хоть камни, хоть что. Мы с вами в нашем случае будем сейчас использовать, скорее всего, стекло. То есть это сейчас выключаем. Нам понадобится поставить вот этот как раз блок, который мы с вами скрафтили. То есть будет он стоять где-то вот здесь вот. И от него посчитаем. Это у нас с вами, если стенка, то 1, 2, 3, 4, 5. Там стена, то есть нужно ее убрать немножко. Это получается 7 на 7. Вот такая штука. А высоту должно быть 6. 1, 2, 3, 4, 5. Не хватает последнего блока. А последний блок может быть камнем. То есть там совершенно не обязательно ничего ставить. И вот тут я только что обратил внимание, что, возможно, я зашел в тупик. Потому что для мультиблочной системы понадобится пасека первого уровня. А здесь нужна звезда Незера. Звезда Незера, сами понимаете, просто так ниоткуда не выпрыгнет. Я тут так подумал, а может быть их можно между собой скрестить путем того, что, то есть, ну, мы просто скрестим их, как вот самых обычных вот там пчелок. То есть, давайте попытаемся пройти внутрь, просто чтобы никто никуда не улетел. Это будет, мне кажется, самый правильный вариант, у меня нету дверей с собой, ладно, бог с ним. А эта мультиблочная структура, она как раз одновременно и разводит пчел, и собирает с них мед. И, естественно, складывает все в хранилище. Скорее всего, так. Не знаю, это нужно проверять. Но мы с вами выпускаем сейчас вот эту пчелу. Выпускаем вот эту пчелу. И теперь кормим тебя 1, 2, 3. И тебя 1, 2, 3. Да ладно. Да ладно. И вот у нас с вами получается золотая пчелка. Все отлично. Вот оно как работает. Давайте-ка с вами сейчас еще немножко скрестим, чтобы у нас с вами было две как раз золотые пчелы. Ну вот, это совсем... Зачем я еще стекло-то вылунул? Бывает, ладно, проехали. Вот, это совсем другое дело. Подними, пожалуйста, вот и все, уже на радость всех банками раскидываюсь, молодец. Ты идешь со мной. Дальше. Не может быть такого, должна быть пчела, она, скорее всего, просто внутри. Вау. А я-то, блин, голову ломал, как это делается, потому что, скорее всего, ну, то есть я был прав, наверное, все-таки в мультиблочной системе это делается за счет того, что система должна быть закончена. То есть нам нужно обязательно сделать сначала звезду Незера, а потом уже эту как раз систему. Ну ладно, хорошо, это на самом деле не так сложно. Бывает же такое, вот я реально думал, что все гораздо сложнее, но нет, оно оказалось вот именно настолько просто, насколько это возможно. То есть нам сейчас с вами нужно взять еще вот эти пчелки, это новые. Вот это пчелки, это старые, да? Сейчас мы с вами здесь застроимся. Я надеюсь, что все получится опять же. Пчел, иди сюда. Это тебе. Это тебе. Скрещиваемся. Третьей баночки не хватает, блин. Получилось, получилось. Там не 100% шанс, если не ошибаюсь, шанс 80%, что она получится. Возвращаем их на место. Это у нас с вами каменная. Идешь сюда. Эта каменная идет вот сюда. Все, ребятушки, давайте работайте. Я как-нибудь попозднее к вам вернусь. Дальше. Это все можно подбирать. Делаем улей сразу второго уровня. То есть, если я хочу поставить его, чтобы все было нормально. Ну, естественно, придется все стеклом обносить опять. Да, дверь забыл. У нас с вами будет один золотой блок здесь, один золотой блок здесь. Опять же, им больше не нужно будет. Соответственно, чтобы выбрать блок, им нужно будет прилететь вперед. И дальше уже будут смотреть, что будут хавать. Это сюда, закрываем с этой стороны, ну и просто выпускаем наших золотых пчелок сюда, здесь им должно быть комфортно, им есть чего хавать, давай, нужно будет подождать 1187 секунд, прежде чем они повзрослеют, и тогда можно будет их скрещивать, но самое главное, что это без разницы, они сейчас уже будут нам приносить потихонечку золотые медовые соты, и мы из этого с вами сможем собирать, естественно, золото. Автоматизация — это уже следующий шаг, то есть это уже, естественно, в будущих выпусках. Самое главное, что сегодня мы с вами с этим разобрались, потому что вот самый главный затык у меня вызвало, как их скрещивать между собой. А это оказалось гораздо проще, чем я думал. Господи, столько времени на это потратил. Вот это плохо, то что они периодически будут сталкиваться все-таки. Видите, что происходит? Они не дают друг другу добывать этот как раз блок. То есть здесь нужно будет поставить потом третий блок для них, потому что прямо сейчас это прям проблема. Хватит к ней приставать, добывай спокойно. А мы с вами посадим тебя вот сюда. Самое главное, чтобы они в разное время этим занимались. То есть одна скидывает, естественно, мед, то есть, ну, там, пыльцу, вторая добывает. Ну что ж, и вот как раз с такой визор пчелы мы с вами сможем получать визор соты, из которых, в свою очередь, в центрифуге с 1% шанса можно получить звезду Незера.
Так, подожди. Из тебя можно сделать, наверное, блок все-таки. Да, вот так вот. А из медового блока сколько процентов шанс? А, 1% шанс получить 9 звезд. То есть это нужно 100 блоков. Я даже не знаю, что лучше на самом деле. Ну, то есть, это по большому счету то же самое, что по одной штучке разламывать и получать по 1% шанса. Фишка в том, что чтобы ее сделать, визор пчелу, понадобится визорит и гост. Визорит это у нас с вами вот такая, с нее черепа скелетов и сушителей. Гост это... вот она. У госта крипер би, магма би. То есть мы сейчас можем спокойно сделать с вами парочку гост би. Вот только чтобы нам ее сделать, нам понадобится ускоряющая железа, падает с криперов и гастов, если не ошибаюсь, я даже видел такое. И расплавленная сердцевина падает с всполохов и магмовых кубов. Это, вот это на самом деле я точно получал. Только, мне кажется, я ее выкинул. Я тебя вижу, но с трудом. Что там выпало? Осыпь меня алмазами. It certainly seems rare. Это действительно выглядит редким. Что мы получили? Ого! О, прикольно. А это усиленные алмазные ботинки с крипера. Это прикольно, но железы вот этой не было. Ускоряющий. Так, давайте я вам подсвечу, а то вам ничего не будет видно на записи. Но мне просто нужно забивать криперов. Вот, кажется, выбил. Кажись, выбил, да? Выбил первую ускоряющую железу. А сколько мне нужно было, чтобы сделать Ghost B? Мне понадобится 3 железы и шанс 80%. Ладно, хорошо. Значит, нужно штук 6, наверное, чтобы потом еще можно было скрещивать. То есть, если мы сейчас с вами выкидываем золотые соты сюда, смотрим, что будем получать отсюда. Ну, камон. Золотая руда. Ну, то есть, как видите, за один заход 4 золотые руды получилось. А золотая пчела производит... сейчас мы еще раз с вами это проверим. Золотая пчела производит золотые соты, из которых можно сделать, естественно, вот здесь, в центрифуге. Есть 1% шанс, что получится золотой слиток, точнее, 2 золотых слитка. Естественно, руда, естественно, мед. То есть, то, что мы с вами и получили. Дальше это можно перемалывать. Ты успокоилась, нет? Я там случайно одну пчелку ударил. Я надеюсь, что она успокоилась. Ну, то есть, естественно, она меня не успела ужалить. И поэтому все хорошо. Кстати, по поводу печки, меня прям никто не сможет переубедить в ее безумной полезности. Она прям, то есть, для меня сейчас супер полезна, потому что я просто, на самом деле, сюда кидаю бревнышко. Закидываю это добро сюда, когда я вернусь, здесь у меня будет 4 стака, естественно, угля. То есть благодаря этому, кстати, яйца заберем, что они там делают. Яйца, вот эта фигня не нужна здесь. То есть благодаря этому у меня как раз все генераторы работают, прочее, прочее, прочее. Потом стекло, опять видите, все стекло закончилось, сейчас стекло нужно. Тоже закинул, занимаешься другими делами, вообще больше ни за что не паришься. Оно потихонечку производится. Это вот, это на самом деле, когда все делается автоматически. А самое главное, можно сказать, бесплатно, потому что там никакие ресурсы не используются. Это очень ценно в Майнкрафте, вот именно в таком модифицированном. Потому что ты просто закидываешь и уходишь. Вернулся, все готово. Итак, если не ошибаюсь, я нашел в общей сложности 2 крепости. Одна крепость у меня вот здесь вот, справа. Вторая крепость у меня вот тут вот, наверху. Но мне прям очень сейчас сложно проходить это место, потому что броня очень слабая. Они гасят реально сильно. Мы собрали несколько иссохших ребер. В принципе, нормально. Где он? Что у нас получается? 8. Слушай, хорошо падает, обалдеть. Ладно, окей. А, я здесь тогда вот как раз здесь и поднимался. Вот оно, это место-то. Тихо. Ладно, нормуль. Ну давай последнего добьем. Хорошо, 14. Нам этого хватит, если не ошибаюсь. Здесь я был, да, пустые сундуки. Возвращаемся в наш инкубатор, если так это можно назвать. То есть берем это сюда. Это сюда. Банки наготове. Магма би. Бипер пчела. Но они прикольные. Особенно бипер, блин, какие же они классные. И, естественно, давайте вас, ребята, скрещивать. Так, это тебе. Раз, два, три. И магма. Раз, два, два. Странно. Че? Зафейлилась, что ли? Блин, зафейлилась. Интересно, они на меня рассердятся, если я сейчас сюда приду? Брутальный пиглин. Но меня не трогает. Ему что-то явно не нравится. Да. Ему не нравится, что я там стою. Сейчас мы себе здесь сделаем платформочку. Вот таким вот образом.
Один минус. Еще один. Брутальный самый опасный. Все остальное ерунда. Эти ребята с арбалетами ничего сделать не могут толком. Все. Ребятушки. Что у нас тут есть? Ну так, телепортация. Меткость, сила, починка. Ты прикинь. Прочность, кровопийца. То есть, по большому счету, у нас с тобой появляется наконец-то лук. О, Гаст хорошо нашел. Все ко мне. Две слезы, хорошо, отлично. Как видите, тут скелеты, просто еще и сушители. Да, ну нафиг, мне это неинтересно. Есть железа, отлично. Собираем все, пожалуйста. Ничего не теряем. Ну, понеслась, блин, а. У вас что резко тут прибавилось так? Не, ребят, идите в задницу, я с вами не сражаюсь. Я в эти игры не играю. Один кусочек, 11 слез. 11 слез гастов. Это забавно. Я сейчас прям двух зайцев забью. И в Несере новом разберусь. И, естественно, вещи нафармлю. 35 слез гастов. Я даже не знаю, что мне с ним сейчас делать. Посмотрим, может быть, где-то пригодятся. Как тут у нас дела? Ну-ка. Рассказывай. 740. Ну да, понятно. Пока мы в Незере, они не растут. Все хорошо. То есть, если я хочу, чтобы они вырастали, то мне нужно заниматься чем-то здесь. То есть, строить что-то, я не знаю, фармить. Все что угодно, но находиться здесь или поставить загрузчик чанков. А вообще есть такая штука или нет? Ну, ладно, потом. Загрузчик по-любому где-то есть, просто его нужно найти. Хех. Прикольные. Так, спокойно. Раз. Нет. Она не кормится. Это значит, что ей нужно дать отдохнуть, полетать и прийти в себя, так скажем. У них просто перерыв скрещивания. Но у нас с вами есть еще одна. Где там? Зомби. Вот, еще одна бипер-пчела. Еще одна магма-пчела. Вот этих запомним, что нужно будет где-то выпустить, чтобы они, естественно, собирали там мед, отдыхали, летали, потом уже будем скрещивать. Ну окей. Раз, два. Так. Кормим тебя. Раз, два. Давай, кушай. Три. И вторая. Раз, два. Камон. Есть! И у нас с вами появляется маленькая Ghost Bee. То есть пчела-призрак. И фиг ты поймаешь еще, ладно, нормально поймал. А вас нужно будет, вам нужно будет сделать загончики и выпускать. То есть теперь у нас с вами есть следующий шаг по направлению к визард-пчеле. Она пока что еще маленькая, нужно будет, естественно, подождать. Но если мы с вами скрестим с Wizard Bee, мы получим с вами вот такую визард-пчелу, которая как раз дает звезды Незера. А на нее нам нужна угольная пчела и скелетная пчела. И получится визард. А на угольную давайте смотреть. Угольная, Blazing плюс Leafy. А, Leafy. Ха, у меня такой нету. Есть, нашел, наконец-то. Я думал, что не найду уже. Фуф. Все, летим домой. Действительно, просто в тайге спаунится. Вот и все, нужно внимательнее смотреть. То есть таким образом... Подожди, нет, я не собрал листья для тебя. Да, только скрестить ее-то нужно. Знаете с кем? Скрестить ее нужно с Blazing Bee. 4 штуки нужно, кстати, расплавленного. А как ты делаешься? И с Magma Bee, и скелетная пчела. А, ну окей, это легко. Магма. Только нам магму нужно выпустить, чтобы она где-нибудь погуляла. Естественно, покушала. Поэтому мы сейчас с вами берем 2 Magma Bee. Потому что в банках таймер не идет. Нужно будет большое количество расплавленных сердцевин. И вот так вот. Предположим, раз. Тихо. Я все понимаю. Если вот так вот, не жгется. Если просто так идешь, то, естественно, горячо. Теперь мы тебя высаживаем вот сюда. Тебя высаживаем вот сюда. Вы нафиг отдыхаете, никуда отсюда не выходите. Собираете то, что вам там нужно собирать. Ну что ж, мы с вами сегодня на самом деле разобрались с пчелами, потому что, ну, мы с вами разобрались, как их скрещивать, как получать новых пчел, как собирать с них ресурсы, естественно. То есть мы начали получать уже золото. У нас появились уже более продвинутые пчелы, нежели те, что были раньше. И таким образом мы с вами сейчас потихонечку будем двигаться вперед. Естественно, тут довольно-таки много работы. К следующему выпуску я здесь все это дело расширю. Ну, золотые нам просто будут приносить ресурсы. Также можно будет сделать железных, алмазных,
чтобы они тоже занимались тем же самым. На самом деле сделали действительно очень много всего. Ну а на этом пока что все. Вот такой вот пчелиный сегодня у нас выпуск. Прям очень много всего было связано с пчелами. Я надеюсь, вам понравилось. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Больше такого подробного уже по пчелам не будет. То есть я за кадром так хорошенечко поработаю, здесь все построю. И, естественно, останется только немножко это автоматизировать. Я пока не знаю, как это сделать. Будем пытаться. Но это будем делать в следующих выпусках. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в них.